Для меня, на самом деле, это тоже всегда очень странный вопрос, потому что я частенько бываю на разных киностудиях нашей страны, и для меня это печальный вопрос. Огромное количество тех сценариев, которые вот мне там попадаются, киношники говорят, вот почитай там этот или другой сценарий. Я понимаю реально, что эти сценарии не то, что нельзя давать людям читать, они просто с самого момента неправильно написаны. Общаясь огромное количество времени, мне так довелось... замечательным человеком, которого зовут Джаник Фазиев, наверное, на его примере, я попробую сейчас немножечко построить модель с моего, на мой взгляд, происходящего события в сегодняшний день в кинематографе. Джаник зовет меня каждый год в ВГИК отсматривать работы абитуриентов, которые, становясь на год мудрее, взрослее и, наверное, более опытней, снимают свои дипломные работы, выпускные каждый год. Из 15 работ я для себя могу вспомнить вот прям, наверное, одну-две, на которые действительно можно поставить твердую пять на уровень студентов, да, силы мысли, потока и донесения ее до обывателя. Опять же, вот как раз возвращается, то есть, видите, все вытекает, одно вытекает из другого, то есть, как бы, нет силы мысли сформированной, как бы, да, нет глубины знаний, нет красивого, интересного сценария, невозможно передать это все картинке, потому что огромное количество людей, которые на сегодняшний момент занимаются не своим делом,